Сегодня я расскажу вам о 5 рекордно больших блюд в мире. Большинству людей свойственно стремиться к лучшему. Нередко это стремление ведет к установлению разнообразных рекордов, которые всегда вызывали неподдельный интерес и поражали своими масштабами. Помимо спортивных, творческих, научных и других самых невероятных успехов, регистрируемых в различных списках человеческих достижений, особое внимание заслуживают кулинарные рекорды, о которых мы и расскажем в нашей пятерке. Итак, приступим. На 5 месте самый длинный шашлык в мире. В начале августа 2015 года в России, в подмосковном городе Талдом, который справил свое 338-летие со дня своего основания, в рамках праздника был приготовлен рекордный шашлык. Длина шашлыка составила 204 метра. В его приготовлении участвовало 130 человек. Зафиксировать рекорд приехал в Талдом гендиректор Международного агентства регистрации рекордов Влад Копылов. Он вручил главе района Владиславу Юдину сертификат о самом длинном в мире шашлыке. 4 место. Самая большая порция жареной свинины. Самую большую порцию жареной свинины приготовили в Мексике. Название рекордного блюда – кочинита пибель. Состоит оно из следующих ингредиентов. Свинина – 2 тонны 897 кг 200 грамм. Соль – 25 кг. Лук – 140 кг. Говядина в приправе – 20 кг. И 12 кг других специй. Надо сказать, что это блюдо из свинины самое популярное в данной местности. Вес нового рекорда составил 3 тонны 64 килограмма. Мясо уложили на подносы, длина которых составила 42 метра, а ширина 85 сантиметров. Глубина блюда равнялась 15 сантиметрам. Готовили это гигантское блюдо 11 поваров на 20 плитах. Готовой свинины удалось накормить порядка 10 тысяч человек, которые пришли специально на дегустацию. 3 место. Самый большой блин в мире. Самый большой в мире блин был испечен 13 августа 1994 года в Великобритании, в городе Рочдейл. Диаметр этого гигантского блина 15 метров, 2,5 метра в высоту и 3 тонны весом. Блин получился весьма сытным. Его энергетическая ценность составила аж 2 миллиона килокалорий. 2 место. Самый большой бургер в мире. Американцы известны всему миру своей вычурной фантазией, особенно ярко выраженной в некоторых законах. Но это далеко не все. Жители США обожают рестораны быстрого питания и очень часто их посещают. И вот, наконец, такая любовь к мягкой хрустящей булке привела к мировому рекорду. В Миннесоте сотрудники казино «Черный медведь» приготовили бургер весом почти тонну, а если точнее, 914 килограмм. Диаметр данного шедевра составлял целых 3 метра. Для этого создания использовали почти 30 килограмм бекона, лука и салата взяли по 23 килограмма. А сыра понадобилось всего 18 килограмм. Впечатляет, правда? Работники заведения трудились над огромным бургером почти 4 часа, а булочку переворачивал специальный кран. После приготовления лакомством угостили всех посетителей. И на первом месте самая длинная колбаса в мире. Какой длины колбаса, как вы думаете? Наверное, сантиметров 30-40, да? Обычно она именно такая. Но некоторые мясники считают, что это кулинарное изделие должно быть слегка больше. Однажды двое смелых мужчин рискнули и приготовили гигантскую, нереальной длины колбасу. 2025 метров. Фантастика. Этот феномен был приготовлен в городе Паен. Над ним трудились почти 7 часов и использовали около тонны мяса. Весь процесс находился под контролем нотариуса
и чиновника из продовольственного контроля. Вот такой маленький деликатесик. Также стоит отметить, что прошлым рекордсменами были итальянцы, которые не дотянули до нынешнего значения всего 500 метров. Мелочь, не так ли? Спасибо за просмотр. Понравилось видео? Тогда предлагаю посмотреть еще несколько самых интересных видео со всей планеты Земля, специально собранных для вас на канале Bizarre TV. А чтобы канал развивался и становился еще интереснее, поделитесь видео с друзьями, лайкните и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео.